В России за день от коронавируса умер 1121 человек. Это минимальный показатель за полтора месяца. Всего с начала пандемии оперативный штаб зафиксировал 290 604 летальных исхода. Прирост числа новых заразившихся COVID-19 второй день подряд составляет менее 30 тысяч случаев. Всего болезнь диагностировали более чем у 10 миллионов россиян. Падает показатель ежесуточной заболеваемости и в Татарстане. За минувший день выявили 187 новых случаев коронавируса, что на 2 меньше, чем накануне. В Набережных Челнах инфекция подтвердилась еще у 21 человека. В республике скончались за сутки 4 ковид-пациента. По официальным данным, с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 1341 татарстанца, а заразилось 40 794.